разность каких двух дробей надо рассмотреть, чтобы все стало хорошо. Одна х-овая минус одна х плюс первая. Было? Было. А сейчас на этом месте написано вот это. Вопрос, что нужно здесь написать, чтобы получить решение вот той задачи? Про числа 1, 2, 3, 4, знаменатель, 2, 3, 4, 5, ну и так далее. Когда знаменатель произведение 4 подряд высших чисел. Какую разность надо рассмотреть? Не слышу. Первых четырех чисел, вторых четырех чисел. Ну, продиктуйте их. Первый. Нет, не один. Мне нужно с буквы х, чтобы туда потом подставлять. Х плюс 1 умножен на х. Плюс 2. Х плюс 2 минус х плюс 1 умножен на х плюс 2 умножен на х плюс 3. Отлично. Вот я для вас сейчас освобождаю доступ, а вы пойдете это писать. Даже черкну. Место, на котором вы потом под каждым из этих чисел напишите, во что оно превратится. А вот здесь вы должны сделать то, что вы мне только что сказали. Можете здесь писать х минус так, господа, пожалуйста, запишите себе в тетрадь все это. А вы пишите, да. Работаем. Да, да. Пожалуйста, идите налево, туда подойдите. Посмотрите, что я там делал, и ровно по этому образцу напишите. Там или каждый раз два умножить, а здесь уже три. Я сначала приводил к общему знаменателю. Число делится и на знаменатель первой дроби, и на знаменатель второй. Да, вот напишите. Скобку закройте после х плюс 3. Дальше надо понять, чему же равна разность х плюс 3 и х. Нет, может сразу скажете. Из х плюс 3, когда вы считаете х, сколько будет? Конечно, у нас в числителе получилось число 3, а в знаменателе то самое произведение. Х, х плюс 1, х плюс 2 и х плюс 3. И все равно не уходите. Потому что работа-то еще не сделана. Здесь будет огроменная скобка, которая закончится вот здесь. А вот как записать, если на 3 все это поделить, а тут эти выйти, как записать эту дробь? Владимир. Нет, сюда надо смотреть. Вместо х подставляем единицу в это место. Здесь будет 1жды, 2жды, 3жды, 4. Это то, что нам нужно. Но еще 3 строк, поэтому мы на 3 поделили, здесь одну треть написали. А вот это что такое будет, когда х равно единице? Подставить вместо х единицу. Обратите просто внимание. Опять я гарантирую, что он упадет. Я говорю подставить вместо х. А он не знает, что это такое. Не надо смеяться. Поэтому, прежде чем чего добиваться, надо объяснить, а что такое подставить вместо буквы число. Потому что запросто может оказаться, что за все школьные годы ему так это ни разу не объясняли. Если человеку так и не сказали, а он сам не задумался, то в результате там он и книжки читать не сможет, и, ну и вообще ничего не сможет. Еще раз, подставить вместо x. Это значит, вместо функции x написать число 1. То есть что у нас здесь будет? Не плюс. Замечательно. А здесь что будет, когда вместе их подставить единицу? Два, три, не на пять, а два, три, четыре. Отлично. А когда вот это дробь нам интересно, то нужно вместо х подставить будет. Что будет? Два, три, четыре знаменателя. А со знаком минус пойдет? 3, 4, 5. Так, а здесь что будет? N минус 1, N, N плюс 1, N, N плюс 1, N плюс 2. И, наконец, N
n плюс 1, n плюс 2, минус единица, деленная на n плюс 1, n плюс 2, n плюс 3. Что произойдет? Да. По такому принципу, да? Вот это было с минусом, а что было с плюсом? Что останется? Самое первое и самое последнее. Давайте я аккуратно это напишу. Останется 1/3. Вот это вот. 1жд 2жд 3. Прям даже пишу. Можно 1/6, можно так. Все равно. И здесь в конце числа n плюс 1, n плюс 2. Спасибо.